какие практики у нас существуют для абхакти-йоги? Ну, есть мнение, что абхакти-йога – это одна из самых эффективных техник в кали-йогу, потому что человек находится на таком низком уровне, ему очень тяжело что-то заставить себя что-то делать, мы позже перейдем к джняна-йоге, что-то изучать. Вот, в частности, карма-йоге он хочет всегда что-то полегче, потому что та работа не устраивает и прочее. Вот в бхакти-йоге в этом плане проще, потому что здесь нужно только поклоняться Богу. С одной стороны, да, вот такое мнение считается. Какие техники, как вы считаете, с чем у вас ассоциируется бхакти-йога? Какие могут быть практики в этом направлении, в этом типе? Да, действительно, пение мантры, это причем даже не только пение, это может быть еще и слушание каких-то, например, жизнеописаний, это слушание прославления Бога, который для вас близок, слушание имен, произнесение имен, это исполнение каких-то ритуалов или обрядов. Например, вот если вы смотрели какие-то индийские фильмы или вот сериалы, которые сейчас очень популярны и известны, типа Махадева, да, или Махабхараты, вот, например, как шиваисты поклоняются своему богу. Они поливают молоко на объект поклонения. Вот. Или там, цветы подносят, умощают цветами. И вот это считается служение тоже объекту или богу. Вот. Но в данном случае есть такой очень важный момент. То есть, с одной стороны, посмотрев и послушав абхакти-йоги, можно подумать, это совсем легко. И очень легко это можно сделать. К какому типу личности, да, может подойти тип служения? Да, и почему это вообще актуально? Почему вообще об этом заговорил? Например, мы с вами занимаемся хатха-йогой с вами, да? И в основном большинство из нас примерно один тип йоги и выбрали. Мы занимаемся в первую очередь телом и пытаемся заниматься также еще там самоизучением каким-то, изучением первоисточников и прочим. Вот. Но на веру ничего не берем, да? То есть такого не делаем. Но тем не менее, вполне возможно, что есть люди, которые ограничены в физической активности. Например, человек не может что-то исполнять, у него, может быть, сильные проблемы с ногами или с телом, что он не может выполнять асаны вообще. То есть даже не на уровне йога-терапии, а вообще совсем. Да? Но не может двигаться, к примеру. Или человек после какого-то серьезного кризиса, серьезной операции, серьезных травм, он теряет какую-то способность двигаться, а у него появляется осознание и стремление к развитию. Ну что ему делать? Ждать следующего перевоплощения? Это же тоже не выход. Вот, поэтому существуют различные, в том числе бхакти-йога, которые не требуют обязательно что-то делать физически. То есть это определенное служение, может быть, и на каком-то ментальном уровне. А здесь существует такой тонкий момент, что, с одной стороны, это может казаться просто, но с другой стороны, речь идет о преданности, которую невозможно каким-то образом научиться. Да? То есть такие люди, они склонны к эмоциям, склонны к восприятию мира на таком уровне, который логик никогда не сможет понять. То есть у них ум настолько открыт, свободен, то есть человек, у которого вот сильный аналитический ум, он может посмотреть и подумать, странный человек, дурачок, непонятно о чем. Вот. Но тем не менее, очень часто, читая различные такие истории, я замечала, что чем человек проще умом, тем ему легче и проще найти путь к Богу, в какой-то степени. И как раз бхакти-йога, она в этом плане иллюстрирует все это.